Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я буду играть в такую прекрасную игру, как Hello Engineer. Короче говоря, вышла демка в Стиме вот тут недавно, и я решил посмотреть, что же это такое вообще. Я первый раз запускаю, ничего тут толком не знаю, я что-то там слышал, что надо собирать машинки какие-то там непонятные. Эта игрушка относится к серии «Привет, соседа», Hello Neighbor. Вот здесь вот пишется мой ник и картинка из Стима, собственно говоря. И тут у нас такое вот меню. Это демка, и для демки выглядит неплохо. Короче, мы видим детишек из Secret Neighbor здесь у нас. Мы видим колесо обозрения в виде ворона. Давайте полистаем, что у нас тут. Настройки, так. А тут есть... Так, русский язык есть? Есть! Отлично! Так, что у нас тут еще по настройкам? Аберрация, хроматическая аберрация. Висинхронизация на... Что это? Что такое на... Висинхронизация на... Блин, ну это прикол, конечно. Что у нас тут? QWERTY... Дурак. Айзерты, QWERTY. Аудио. Громкость я тут понизил чуть-чуть. Так, управление. Двигаться, дернуть педаль. Так, еще двигаться... А, передвинуть... А, передвинуть педаль, не дернуть. Режим бежать. Режим перемещения. Так, R-Shift. Правый shift то же самое. Прыгнуть, пробел, гаечный ключ 1. Проводка 2, блокнот 3. Сменить ось вращения Q, R. Переключить режим строительства. Господи, сколько тут всего. C, настроить. Tab, круговое меню. F, опустить, использовать. Взять, снять деталь. Скопировать последнюю деталь. Господи ты, боже мой. Включить режим масштабирования, краса. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, разберемся. Мультиплеер. А что, в демке мультиплеер даже работает? Короче говоря, игрушка официально, конечно, не вышла, это демка. Так, давайте, короче, story мод попробуем. О, у нас тут слотики есть, прикольно. Поехали, давайте посмотрим, что это такое. О, ну я предполагал, что что-то такое сейчас будет. Так, мы видим Trinity, так ее, по-моему, звали. В мультике можно узнать. А вот остальных как зовут, я не помню совершенно. Но графика как в Secret Neighbor. Да-да-да. Мультик, он двухмерный же. Там 2D, а тут 3D. Так, строят они какую-то хрень на колесах. Ничего нету, да? А деталек не хватает, да? О, все развалилось. Класс, вообще прикольно. Ну да, в 30... По-моему, даже меньше, чем в 30 FPS работает. Ага, сосед. Ой, блин. Так, загрузочка у нас пошла. Я так понимаю, это то место, где детальки будут разыскивать. Надеюсь, сложностей с этим не возникнет. Я запускаю первый раз, не играл.
Так что извиняюсь, если тупить буду. Но надеюсь, что не буду. Да ладно, это он одним движением руки погоду изменил, что ли? Вы что, прикалываетесь, что ли? А, все, мы начинаем играть. Хорошо, хорошо, блин. Тут реально менее чем в 30 FPS работает. А, это, в смысле, у меня же русский язык стоял. Какого хрена? Применить, да. Так, вот так вот. Снять детали, меню действий. Да тут, по-моему, и нет где-то. А, нет, есть. И что надо с этим сделать? Посмотреть обучение. Да, посмотреть обучение. Возьми машину, поверни машину. Опусти машину. А это взять, пустить. И это что, все? Все обучение? Ладно. Берем. Значит, ой, что я сделал? А, это меню действий. Так, что у нас тут? Скопировать деталь, скопировать все, заморозить. Отмена. Так, что надо с этим сделать? Сесть. Блин, вот это прикол вообще, что это такое, блин. Ой, господи, как она едет, какой, господи, какая ужасная дачка, блин. Блин, я не могу вообще, что это такое. Но графика на самом деле неплохая. Блин, ну едь ты нормально, господи. Барахло тупое на колесах. О-о-о-о! Мы перевернулись в самом конце. О. Это, короче говоря, сосед, и он. А, это типа. Все, понял, рекорд. Следующий уровень. Следующий, мать его, уровень. Не спеши познакомиться и познакомься с игрой как следует. Так, что у нас дальше? Следующая трасса, я так понимаю. Но, блин, что-то тут препятствий понамутили, конечно. Сейчас что надо сделать? Так, следующее обучение. Царь горы. Возьми колесо. А, прикрепить к автомобилю, окей. А тут вообще без колес, ни одного колеса нету. Так. А, это не колесо, по-моему. Или это колесо. Так, а может это и колесо, так. Скопировать деталь. Не, подождите, что. Еще раз покажите, что надо сделать. Что так. Что такое? Это что было сейчас, я не понял. А, взять деталь. Вот, все понял. Да, блин, куда ее тут прикреплять, а? О! Соединить. Хорошо, ясно. Взять. Так, надо на кнопочки управления просто посматривать. Зачем уничтожить? Меня соединить надо. Так, за следующее. Взять. Поставить. Вот так. Так, теперь взять вот это и поставить тоже вот сюда. Опустить. О, вот так. Сесть. Поехали. Сейчас покажем класс. О, осторожно, блин. Глядеться. А, это нажимаем и вот так смотрим. И мы типа. А, мы можем посмотреть. А, это Trinity, да. Да. Что у нее с глазами, ё-моё, я не понимаю, блин. Какой взгляд. Не, взгляд какой-то. Блин, я вообще. Я просто угораю с этой игры. О, блин.
вообще. Не, ну этот транспорт меня про... Не, этот транспорт меня просто восторг вызывает. Блин. Сопли полетели, блин. Получить награду, блин. Следующий уровень, поехали. Все это обучение у нас, которое... О, блин, которая постепенно обучает нас разным деталям. Легкие трубы скользят по рельсам соединения, легкие трубы с машины, чтобы создать вспомогательную ось. Смотрим обучение. Трубопровод. Возьмем легкую трубу, прикрепляем ее. Прикрепляем еще одну. Это все, да? Где же эта труба у нас самая? Вот труба. Куда-то сюда ее, по-моему, надо прикреплять. Куда ее там надо ставить-то? Ну-ка, покажите мне. Как... Да как ее поставить-то, блин? Может, другую? Ой, зачем я уничтожил ее, блин? Как поставить-то, е-мое? Отпустить. Только, блин, я сломал одну трубу. Случайно. Еще раз. Да что там такое, а? А, машина вообще в текстуры провалилась. А где я это? А, вот. Ага, вот так. И вторую вот так. А, вот, все, теперь вроде бы понимаю я, как это делается. Ну-ка, вот так. Как-то по-дурацки оно выглядит, если честно. Отпустите. А, я ее не подниму. Сиденье для самых храбрых есть 4 кнопки. А, блин, а как вытащить из текстурок-то ее? Она же застряла там в текстурах. Вот так. Так, поехали. Я не понимаю, зачем нам вот эта хрень наверху нужна? А, все, понятно. Блин, я падаю. Чтобы держаться за вот эти штуки. Понятно. Так, а мы за кого играем? Опять за нее, да? Блин, вот этот взгляд приколи. Вообще, просто я не могу. Так, а тут... А, еще одна такая. Так, давай, 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 давай. Только не переворачивайся, я прошу тебя. Да, блин, тихо. Блин. И как вылезти отсюда? Куда ты поднимаешься? Да подожди, дай выйти. Да таки выехать отсюда, блин. Так, заново. Какая-то хрень произошла у нас. Окей, понятно. Эй, я сказал опустить. Так, поехали. Давайте попробуем еще раз. О, да. Короче, будем ехать немножко помедленнее. Мне кажется, от большой скорости оно... Блин, да что ты... О, блин, ну это трэш какой-то. Тут уже посложнее пошло дело. Попробуем еще раз. То медленно тоже, наверное, плохо. Короче, ближе к краю лучше, наверное, держаться. Давай, давай, давай. Да не переворачивайся, ты, я брожу тебя, блин. Так, еще вот здесь.
Давай, 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 только не переворачивайся, я прошу тебя. Давай, 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 давай. Хорош, 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 давай. Вот так. Круто. Ой, извините. Получить награду, блин. Так, следующий уровень. Сколько всего уровней-то в демке? Ох, ни хрена себе. Чё-то понамутили тут. Прям. Так, что здесь надо сделать? Ну-ка, покажите мне обучение. Прогулка по настилу. Нажмите, чтобы прикрепить. Возьми вал. Нажми дважды, чтобы прикоснуться к красному блоку. Окей, понятно. Ну, во-первых, колеса взять надо поставить. А я там могу поставить их? Вот давайте так попробуем, чтобы кусок торчало из нее. Давайте попробуем. Так, и здесь то же самое. Давайте воткнем чуть-чуть. Перевткнем, так сказать. И теперь вот эту вот хрень поднимаем и вставляем ее вот сюда. Соединить. Вот так. Взять. Опустить. Поехали. Блин, я поставил криво. Криво я поставил. Вот эту переднюю. Блин, а что надо бы... Блин, куда ты так разогналась? Ты дура, что ли? Стой! Стой! Стой, блин! Да блин! Так, вернусь с контрольной точки. Надо, так, надо ее поровнее поставить. Я тут, я что-то... Я хреново сейчас поставил ее. Да не колесо, а дебил, блин. Так. Так. Наверное, так сделать придется. Что-то я не понимаю, пока как оно работает так самодельно. Отпустить. Ну-ка, дайте сюда детали, туда поставим ее поровнее. Да блин, отсюда не видно вообще. А чё она ставится только так? Сюда не ставится. Изменить размер детали, левый контур. Ну какая-то хрень, но она не ставится по-другому. Ага. Окей, понятно. Так, двигаемся еще раз. Вот, отлично. Все, разобрались наконец-то. Теперь взять, поставить. И вот так сделать. Окей. Давайте отпустим и поедем уже наконец-то. Сесть, я сказал. Вот, теперь оно ровно стоит, отлично. Так, давайте-ка. Блин, вот мне надо камеру вот такой. Да стой, куда ты так разгоняешься? Тормози нормально. Да блин, куда ты так разгоняешься? Да чё она так быстро едет-то? Я не могу остановить ее, она тормозит еле-еле вообще. Давай, 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 вот здесь, вот тут очень плохо, очень, ну-ка. А тут что-то узковато как-то, по-моему. Вот тут очень легко упасть. Ну-ка вот. Едем аккуратно, вот так. Давай, 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 давай. Только не падай, я прошу тебя. Давай, давай, давай. Хорош.
Вот так вот, блин. Ой, какой-то трэш, господи. Ну, прикольно. Так, следующий уровень. Ох, ёшкин кот, да нифига вы тут что-то понамутили. Ребята, вы что-то... Вы... Мне кажется, переборщили с трассы немного. Что тут надо сделать? Тонкое мышление. Режим масштабирования. А, я так делал уже. Уменьшить размер. Ага. Окей, ясно, ясно, ясно. Я уже, похоже, что-то делал. Ну-ка, дайте мне сюда эту деталь. Так, меню взаимодействий. Изменить размер. Ой. А как... Стоп, еще раз, как это сделать? Так. Ось. Изменить размер. А, и что-то еще. А и Д. А и Д вроде. Да куда ты, что ты взял-то? Деталь возьми. Вот это надо двигаться, вот это надо сделать. Так. Отлично, вроде да. А, нет, не совсем. Изменить размер еще раз надо. Тут, по-моему, я немного переборщил. Вот так. Отлично. Так, берем колесо. Ставим. Берем второе колесо. Ставим. Вроде бы все, да? Поехали. А как большие, а как задние колеса проедут? А задние колеса-то не проедут. Не могут. Блин, надо было... Так, вернуться к контрольной точке. Задние надо тоже меньше сделать. А, тут они вообще криво стоят, задние. Ну-ка. Так, блин, не то сделал. Меню взаимодействий. Изменить размер. Ой, господи, что я сделал? Я не так поменял размер, походу. Так, ну-ка. Так, пусть будет так. А мы дальше будем двигать ее. Изменить режим, так. Двигаться. Так, вот, все поставил. А, нет, надо еще меньше сделать. Что-то, или она... Нет, подождите, она неровно стоит. Изменить размер. Или оно так наоборот? Блин, как сложно разобраться в этом деле, а? Двигаться. Блин, надо... Так, теперь колесо возьмем вот так. Ставим... Блин, криво сделал, поставил. Блин, господи, стой, нормально возьмись. Снять деталь. Я сказал снять деталь. Так. Ага, надо на две еще увеличить. Теперь двигаться. Вот так теперь она стоит ровно. Здесь воткнули, теперь колесо тоже воткнуть. Во! Нет, все равно неровно стоит. Что ж такое, а?
Да блин, а как ровно надо поставить ее, а? Колесо. Колесо, так. Снять деталь. Изменить размер. Еще больше, больше на одну. Снять деталь. Поставить ее сюда. Да ты издеваешься надо мной, я что-то не понимаю. Сними деталь, ё-моё. Вообще нормально. Вообще ничего не... О, ладно, пускай будет так. Я не понимаю, что с этим делать. Ну-ка, опустить. Поехали. Какую-то хрень мы построили, если честно, на непонятных колесиках и железякой из одного из них торчит, который, наверное, будет очень сильно нам мешать. Блин, господи, я не понимаю, блин. Давай, езжай быстрее, блин. Тупая громила, непонятная машина, блин. Финиш, давай, финиш. Тонкое мышление, черт возьми, блин. Следующий уровень. Ага, вот и наш сосед появился, блин. И что за испытание непонятное? Соедини детали с машиной, соедини двигатель с сиденья с помощью проводки. Настрой двигатель, чтобы добавить скорость своей машине. По обучению покажите мне. Взять двигатель, поставить его туда. Взять ось, воткнуть туда. Так, проводку. Желтые точки соединить с помощью проводки. Ох, ёшкин кот. Ну давайте попробуем. Взять. А, двигатель надо сначала поставить. Блин, опять я в текстуры ее засуну. Че, куда сюда его надо ставить? Ни к чему не подключено. Так, проводку. Соединить узлы. Чему ее надо соединять? Сюда, что ли? Может, я не туда поставил двигатель? Скорость 200. Ни к чему не подключено. Ну а как подключить-то? А, вон, я вижу. Ой, господи, да что ты сделал? Да ну издевается, что ли, надо мной? Только проводку взяли мне. Да ёп! Проводку как? А, столкновение с землей нельзя опустить. Так. Да отпусти ты её. Как? Соединить узлы. Второй. Соединить с этой хренью. Так, что еще надо соединять? Так, вот это подключаем к этой хрени. Подключаем второе к этой хрени. А вот теперь все вроде подключено. Ой. А колеса-то я не поставил. Подождите. Взять все. Заморозить. Так, взять вот эту хрень. Поставить. А куда ставить? Ее некуда ставить. Ну-ка. Еще раз обучение мне покажите. Куда колеса там надо крепить? В двигатель надо, что ли, ставить колеса? Блин, да вы что? Шутите, что ли? Ладно, придется... Походу поставить вот сюда их. Блин, я не той стороной двигатель воткнул. А, да блин.
просто бесит до невозможности. Снять, блин, а как двигатель-то убрать? Как снять двигатель? Да. Вот так. Снять двигатель. А как повернуть-то его? Подождите. Как? Заткнись, пожалуйста. Как его поставить? Объясните мне. Как его повернуть? Как повернуть его, блин? А, вращать. А, все понятно. Вот вращать. Вращать. Ага. Поставить. Проводку. Берем проводку. Раз. Длинный узел получается. Теперь так и вот так, блин. Да убери ты эту проводку, ёб... Так, настроить. Ага, уже настроено. Подождите, куда покатилось-то? Стой! Ну-ка. Поехали, все, поехали, блин. Ой, оно сейчас разобьется. А, нет, не разобьется. Ну-ка, поехали, поехали. Давай, разгонись! Разгонись, блин! О, какой отстой. Поехали, еще раз попробуем. Да, блин, а как я должен... А как я заехать туда должен? Оно же не может, оно переворачивается. Ну-ка, да... Да... Блин, я не понимаю, как это сделать. Ой, не покинуть машину. Вернуться к контрольной точке, блин. Ох, трэш какой-то реально. Да, хотел снять ознакомительный ролик, в итоге пригорело что-то немного от этого, от этой фигни. Блин, ты можешь ехать нормально и не переворачиваться, а? Так, двигатель у нас задний же крутит, а задние в болоте застряли. Да блин! Ты можешь ехать нормально, да блин, ну давай, 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 давай! Да ты как... я не понимаю, блин, как сделать так, чтобы она не переворачивалась? Я утонул в болоте опять. Опустить, поехать еще раз. Ой, поехали, блин. Да ты угораешь, что ли? Так, может поменьше сделать. Изменить размер. А, это наоборот увеличивать. Давайте поменьше сделаем. А, это из мультика все, короче говоря, были звуки, а я думал, что это за хрень, кого, где я тут сосед ловит, бля. О, господи, я не понимаю. Давай, поехали, все. Так, короче, ладно. Фу, короче, ладно, давайте на этом закончим. Я, блин, что-то ознакомительно снял ролик, и в итоге просто пригорело вообще. От такой сложности. А подождите, а это, а где это мы? Тут можно где-то ходить?
Охренеть. Парк развлечений. Какой парк развлечений? Блин, слушайте, но для демки это прям много, я бы сказал, очень даже. Что здесь надо делать? Использовать. Я так понимаю, свое так, обучение. А, это, наверное, свободный режим или что-то типа того. Ладно, короче, давайте на этом закончим. Хоть такой вот первый взгляд сегодня получился. Первый взгляд, в котором пригорело прям немножко не по-детски. Ну, на сегодня все. С вас игрок подписался, с меня эпичный видос. Я думаю, мы с вами еще сыграем в эту игру. Может быть, я разберусь, как тот уровень пройти. Потому что я не могу переворачиваться все. Ну и... подписывайтесь также на этот стримовский канал и группу ВКонтакте. Всем пока.